Магазин VIPTIME.RU представляет вашему вниманию очень интересную новинку от Casio Edifice. Данные часы отличают хороший набор хороших характеристик. Они защищены сапфировым стеклом, которое практически невозможно поцарапать. А также они работают на солнечных аккумуляторах. То есть вам не нужно будет через пару лет искать, где можно заменить батарейку. То есть часы заряжаются просто от энергии солнца. Корпус и браслет стальные, с черным покрытием. Оно достаточно долговечное. Из дополнительных функций в часах присутствует индикатор даты в положении 4 часа. Также хронограф с максимальным временем измерения 60 минут. И индикатор... Так, сейчас головку задвинем. Вверху у нас получается это счетчик секунд хронографа, а внизу это счетчик минут, то есть максимальное время измерения 30 минут. То есть спустя минуту этот счетчик сдвинется на одно деление. Основной секундной стрелки здесь как таковой в центре нету, она вынесена в положение 9 часов. То есть эта стрелка в положении 9 часов идет постоянно. Верхняя кнопка останавливает хронограф. Мы ее нажали, сверху счетчик остановился. Нажимаем нижнюю, у нас бросилось исходное положение. Также у часов хорошая водозащита, 100 метров. В них можно смело плавать. Часы достаточно тонкие. Застежка таким вот образом раскладывается. Для заказа часов заходите на наш сайт viptime.ru. Мы осуществляем часов доставку по всей России. Также на все часы Casio от нашего магазина предоставляется официальная гарантия территории РФ 2 года. Спасибо за внимание.